Хоакин у мяча. Опасно! И это гол! Мартин Демичелис забивает первый гол своей команды в этом матче. 1-1. Даже не пришлось выигрывать верховую борьбу Демичелису. Здорово открылся он на ближней штанге и нашел там адресата классной передачей. Хоакин. Не удалось забить в раздевалку, но зато забивает Малага в начале второго тайма. И еще достаточно у нее времени для того, чтобы выиграть этот поединок и приблизиться хотя бы на время к лидерам чемпионата Атлетико и Барселоне. Классный гол. Такой породистый.